20 лет работы на благо мусульман Дагестана. Свой юбилей отмечает духовно-просветительская газета «Нур-Ислам». В фонде имени Саид Мухаммада Абубакарова прошло торжественное мероприятие в честь дня основания религиозного издания. Джихад словом выше, чем джихад оружием. Руководствуясь этим высказыванием великого шейха имама Раббани, газета «Нур-Ислам» вот уже на протяжении 20 лет доносит до людей правильную информацию об исламе. Важную роль газеты «Нур-Ислам» отмечали самые авторитетные духовные лица нашей республики. Относительно газеты «Нур-Ислам» мы постоянно об этом говорим. К примеру, у меня тоже есть дома книги и много разной литературы. Но я обязательно читаю «Ас-Салам» и «Нур-Ислам». Мне их привозят, и я читаю все, не пропуская ни один номер. Обе эти газеты стали очень полезными. В них можно найти ответ на любые вопросы по шариату, с которыми мы на самом деле сегодня сталкиваемся. Исламе, изучение исламских знаний является обязательным. А для того, чтобы изучать ислам, ходить в медресе, мечеть, не у каждого человека имеет возможность. А подписываясь на газету, мы эту науку домой нам доставляют, как будто учитель к нам домой идет. Поэтому важно подписываться на газету. Этим мы поддерживаем распространение газеты. Изначально газета издавалась в целях отстаивания прав мусульман в Дагестане и борьбы с экстремистской идеологией. С годами издание стало более разнообразным. Каждый выпуск «Нур-Ислам» содержит в себе ценные сведения об исламской религии. В конце 90-х, начале 2000-х, это большой упор делался на экстремизм. Потому что тогда она была сильно развита, она развивалась, и нужно было противодействовать. После этого, после того, как волна упала, после 2015 года она вот эта тема отошла на план, другой вот исламский призыв обычный. Просто, если говоря другим языком, показать людям пользу ислама. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию газеты, посетил первый заместитель муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимуллаев. В своем выступлении он отметил, что достоинств у газеты «Нур-Ислам» очень много, и чтобы в этом убедиться, достаточно просто открыть ее. Вся проблема общества на сегодняшний день заключается в том, дорогие мои братья и сестры, что мы не читаем. Нам говорят, вот это хорошо, вот это благодать и так далее. Мы каждый можем рассказать, насколько хорошая газета «Нур-Ислам», но сколько из нас тех, которые ее читают. Также в праздновании юбилея газеты приняли участие представители органов власти, ученые-богословы, общественные научные деятели, а также представители республиканских газет. В ходе мероприятия редакции «Нур-Ислам» была вручена благодарность от Дакком религии. А главный редактор газеты Мухаммад Гаджиев был удостоен награды от председателя Союза журналистов Дагестана Али Камалова за заслуги перед профессиональным сообществом. 20 лет упорной и кропотливой работы на пути распространения ислама. За это время газета «Нур-Ислам» сделала значительный вклад в духовное просвещение республики. По сей день мусульмане Дагестана, читая эту газету, получают ценные знания. Абдулла Алит, Нурмагомедов, телеканал ННТ, Махачкала.